Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1415. События дня. Матфея 24:14. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. За 29 октября 2019 года. Наше обращение о помощи. Тормозните, чтобы можно было просчитать. Прогнозы советских академиков, которые действительно сбылись. Вот интересный случай.
И вот так. Ну и что, все, сижу дома, занимаюсь, как всегда, что воды принести, голубей накормить, воробьев, жуланов большой синицы кошек, хотя их кошек кормит Володя. Кое-что снимаю, прогуляюсь, похожу. А что делать? И за компьютером целый день. Да и ночью. Сегодня с пол первого ночи я уже за компьютером. Правда, в 2:30 закончил разбирать почту и прилег до 4:40. Тут общий подъем.